Кардымове тушили нефтебазу. В поселке прошли совместные пожарно-тактические учения. Возгорания на объектах хранения и переработки нефтепродуктов считаются одними из самых сложных. Они носят затяжной характер и для ликвидации требуют привлечения большого количества сил и средств. Учения прошли успешно. В них приняли участие несколько десятков специалистов из разных ведомств и 8 единиц техники.